Итак, здравствуйте, дорогие телезрители или зрители канала YouTube. И сегодня с вами фотограф-анималист Саварцева Ксения Романовна. Я живу в Одинцовском районе и снимаю здесь птиц, просто потому что мне это интересно. Это увлечение, оно стало немножко более серьезным, чем хотелось бы раньше, и требует, к сожалению, очень много времени. И сейчас я расскажу вам немножко о тех птицах, которые у нас обитают, о их поведении, о их образе жизни, немножко о себе, о том, как происходит съемка, и мы будем делать это в формате этой весны. Я вам буду рассказывать по месяцам, ну, примерно по времени года, как и кого, где можно у нас встретить. Ну, и потом немножко еще в конце поделюсь какими-то другими своими личными впечатлениями, ощущениями. Итак, начнем. Пожалуй, у вас на экране можете увидеть снимок кормушки. Мы сейчас рассматриваем январь-февраль месяц, то есть холодное время года, зима. В это время года у нас достаточно мало птиц. И несмотря на то, что их мало, все-таки съемка может быть достаточно активной, если использовать приманивание. Одна из таких возможностей – это использование кормушек разных видов, типов. В общем, главный смысл это привлечь птиц на одну и ту же точку съемки, на одно и то же место, постоянно их подкармливать. То есть это требует ежедневного вкладывания усилий небольших. Нужно постоянно закупать и насыпать птичкам семечки, вешать сало, какие-то другие зерна, ягоды, сухофрукты и прочее. На что они очень будут благодарны вам, будут часто и постоянно прилетать в течение всего светового дня. Итак, кого же мы можем наблюдать у нас на участке, если повесим кормушку и начнем постоянно периодически покормливать птиц? Ну, как вы видите на снимке, после снегопада, а именно в это время, когда наступают прям сильные морозы, ниже минус 10 градусов, когда идет снег, дождь, зимой у нас так тоже бывает, птички наиболее активно посещают кормушки. И на данном снимке вы видите лазоревку. Так вот выглядела моя кормушечка из тонкой фанеры, куда насыпаны были овес, пшеница, семечки, ну и периодически клались какие-то еще другие вещи, вкусняшки. Вот. Ну, тоже другая кормушечка, она висит рядом, на той же яблоне, на другой веточке. Она сделана из пластика, видите, и такая кормушка называется автоматической. Почему? Потому что, как бы, птички не сразу добираются до всего ассортимента, а он потихонечку опускается вниз. Кормушками у нас любят пользоваться как полевые воробьи, так и синички, это более редкие интересные гости. Если синички предпочитают больше семечки, то воробьи больше любят как-то вот именно овес или что-то такое более зерновое. Вот, например, снимок лазоревки. Прилетает снегирь, он ее спугнул, он гораздо крупнее и более наглая птица по сравнению с ней, но достаточно более редкие гости кормушки. Вы можете их увидеть у нас круглый год, на самом деле, как некоторые думают, что снегири улетают на лето. Нет, они у нас гнездятся, но летом их практически невозможно видеть, потому что они становятся очень скрытные и выводят потомство в лесах. Ну, вот это снегирь-самка, видите, она такая серенькая. Ну, не совсем, такой немножко в теплый оттенок уходит грудка. Но все равно птица очень красивая, изящная. И когда снегири появляются на кормушках, только зеленушки обычно могут с ними спорить. Все остальные птицы стараются кормушку покинуть. Вот рядом с самцом зеленушки у нас здесь, точнее, самцом снегиря у нас здесь самец зеленушки. Птичка очень интересная, зелененькая такая, пестрая. Чуть попозже я вам еще ее покажу. На кормушках часто возникают драки. Это очень интересно. Даже если вы ставите несколько кормушек, корма достаточно много, деловые воробьи, они социальные птицы, всегда слетаются стайкой, все равно подерутся. Кому-нибудь что-нибудь не понравится. Кого-то где-то потеснили, кто-то у кого-то утащил более вкусную на вид семечку и так далее. Вот. Лазоревка синичка маленькая, чуть поменьше, чем наша большая обыкновенная синица. И она более симпатичная, более такая голубая. Называется лазоревка, потому что у нее голубая шапочка, крылышки, хвостик. Не лазоревка, как некоторые думают, а именно лазоревка.
Вот большая синица. Наш самый постоянный посетитель любой кормушки. И можно сказать, что это первооткрыватель, разведчик, самый главный. Они первые всегда прилетают, первые находят. Снегирь. Вот. Птичек очень удобно снимать на кормушках, потому что если они видят, что вы насыпаете им корм, периодически сидите и не трогаете, они подпускают достаточно близко, на 3 метра можно подходить, спокойно стоять и наблюдать за тем, как они клюют семечки. Это очень интересно и познавательно. Лазоревка в свете солнышка улетает с кормушки. Большая синица улетает с кормушки с семечкой. Многие птицы предпочитают сесть на кормушку, схватить семечку и улететь в сторонку ее доедать, чтобы быть как бы не на виду и другим не мешать, и чтобы им никто не мешал кушать семечку. Это спинка синички, можете посмотреть. Не такая уж она обычная птичка, как может показаться, да, просто мы к ней привыкли, потому что они у нас очень распространены. Такая у меня белая щека, красивая зеленоватая спинка, ярко-лимонная грудка, да, красивая. Воробушек покрупнее. Те воробьи, которые не сидят на кормушке, потому что те, которые сидят на кормушке, могут их и прогнать, и они там буянят, и дерутся, и так далее, предпочитают спускаться вниз и подбирать то, что упало во время копошения других воробьев. Они спокойненько там щелкают себе семечки. Вот. Можете заметить, что в мороз можно увидеть дыхание птиц, такие мелкие частички взвеси воды в воздухе. Ну, то есть воробей кушал семечку, дыхнул, и прям видно порог. Пошел. Вот. А когда вы видите, что птица неожиданно на кормушке прилегла, и вот так вот себя странно ведет, смотрит по сторонам, изумленным взглядом, шокированным, значит, скорее всего, где-то рядом хищник. Не один раз такое бывало, что к нам на кормушку прилетал ястреб-тетеревятник, и все остальные птицы разлетались и прятались кто куда. Вот этот воробей не успел, и, видимо, решил, что лучше будет зашухериться прямо на кормушке. Потому что, если он дернется, ястреб может полететь и схватить его. Ой, извиняюсь. Вот так выглядит ястреб-тетеревятник. Насколько я помню, это взрослая, ну, как взрослая, молодая, но уже взрослая самка тетеревятника. Чем они старше, тем более яркая радужка у них. И посмотрите, какие у них мощные когтистые лапы. Отличаются они от других птиц заметной тельняшкой на груди, такой полосатой. Ну, вот еще один ястреб в полете снят. Ну, так они периодически патрулируют местность и смотрят, где какие птицы крутятся. Именно ястреба зимой предпочитают кормиться птичками. Они очень ловкие, и им не составляет никакого труда поймать себе какого-нибудь голубя, воробушка или синичку. Но на самом деле, даже им приходится крутиться, чтобы кого-то поймать. Вот, несмотря на то, что январь, холодно, но в этом году уже был странный февраль, январь, практически безснежные месяцы, и птички периодически чистились. А чистятся они либо в песке, либо в воде. То есть воробей нашел где-то лужицу и чистил свои перышки. Вот, мокро сидит на заборе, обсыхает, чистится. Прятаться они предпочитают в любых кустарниках, которые есть на участке. Ну, будь это жасмин, сирень, терновник или еще что-нибудь. Вот. И удалось в этом году наблюдать очень интересное явление. Обычно такие стайки собираются осенью воробью, а тут они были зимой. Вместо того, чтобы тусить на кормушках, потому что поля голые, они слетались на поля и клевали зернышки такими большими стайками. Вот как это выглядит. Достаточно интересно, особенно если ты близко стоишь. Они садятся на провода, если их что-то тревожит. Вот, да, в другой момент опускаются на поле и начинают клевать зерна. И каких-нибудь насекомых, если те находятся. Ну, вы представляете, да, насколько теплая была зима, что воробьи себя чувствовали достаточно хорошо на поле. Мало посещали кормушку птицы. Кстати, все птицы практически в этом году мало посещали зимой кормушку. Вот так интересно получился кадр, как будто нотки какие-то, а не воробушки. Вот когда птицы собираются стайками, одно из самых интересных явлений. Можно сделать много интересных, красивых кадров в полете, будоражащих таких много силуэтов. Они летят то хаотично,
то все выстраиваются в линию, летят в одном направлении. Еще один посетитель кормушки, тоже синица. Называется она Гаечка. Такая маленькая, она поменьше большой синицы. Имеет такую черную вот шапочку. И, ну, достаточно редко она бывает на кормушках. Обычно она все-таки предпочитает селиться где-то или в лесах, или на болотах. Но если рядом есть какой-то лесок, они будут прилетать за семечком. Любят они это дело, конечно. Вот такие ослабленные птицы часто посещают кормушку. Видите, у этой Гаечки не все в порядке, в отличие от той другой предыдущей. Я вам еще раз ее покажу. Вот. Видите, с этой все в порядке. Почищены перышки, уложены, все хорошо. Перья вокруг глаза присутствуют. У этой перьев вокруг глаза нет. Глаз припухший. Есть какие-то проблемы с обменом веществ, чем-то больна, или паразитами, или еще чем-то. Ну, птицы — это достаточно нередкое явление. То есть ослабленные птицы бывают, находят свое спасение на кормушках. Вот еще лазоревка покрупнее, можно разглядеть, как она расклевывает семечку. Вот так, то есть она разбивает верхнюю часть какую-нибудь, да, шкурку, и добирается до внутреннего содержимого, по крошечкам съедает. Ну, лазоревка со спины, ну, такая немножко какая-то неухоженная, обстрепанная. Но можно тоже увидеть, что у нее зеленоватая спинка и перья крыльев и хвоста с голубым отливом. И птицы зимой, если нету луж открытых каких-то или мороз, ну, конечно, зимой в мороз они едят снег, но они будут очень рады, если вы поставите им мисочку с водой рядом с кормушкой и будете ее, например, менять по мере замерзания. Если им не удается найти лужицу или еще что-нибудь, то они предпочитают пить воду с крыши, потому что вода на крыше при даже зимой в мороз, при небольшом нагреве от солнышка, начинает таять, снег лед на ней, она нагревается хорошо. Вот они насыпают эти капельки. Им этого вполне достаточно. Помимо того, что птички на кормушках любят полакомиться семечками и тем, что положено, они могут полакомиться всем тем, что у вас есть в саду. Вот. Я неоднократно видела, как практически все птицы, которые посещали кормушку, периодически накидывались на чудоплодную сухую рябину. Вот. Очень интересное явление у всех птиц в контуровом свете, когда солнышко против светит. То есть вы видите птицу, которая летит на фоне солнца. Понятное дело, что человеческий глаз практически не может это увидеть, но если это снимать, то вы увидите, что перья отливают радужным светом. Просто за счет как бы преломления того же самого, которое происходит при появлении радуги и других эффектов. Ну, а самочка-снегиря тоже не против опуститься на землю, где враги раскидали семечки, и спокойно их пощелкать. Кому нравится конкурировать постоянно, друг на друга кричать и драться, чтобы добраться до вкусного. Ну, а тут снегириха пытается сорвать ягодку черноплодки и съесть ее. Но в отличие от каких-то других птиц, типа свиристелей, снегири питаются только семенами. Семенами той самой черноплодки, которую вы видите, они ее разжевывают, семена перетирают, а мякоть выклевывают. Вот, видите, у самца снегиря мякоть пестится на подбородке. Вот, то же самое они делают с обычной рябиной. Вот так вот срывают ее, перетирают, и такие все время чумазые получаются. Очень забавно, все птички предпочитают закидывать в рот себе что-то, немножко подбрасывает, чтобы оно подальше пролетало. Как у маленьких, так и у больших птиц это поведение наблюдается. Так снегири выглядят в дикой природе. Если они не кормятся на кормушках, то они летят на поляну луга и собирают те семена, которые доступны как бы там. Вот, это может быть любое растение, вот этот сухостой, сухотравие, которое стоит семенами, все, что вот представляет пищевую ценность, они хлопают. Вот те самые зеленушки. Смотрите, на переднем плане у нас самец. Ну, на заднем плане так вот что-то не могу понять, самец или самка. Он какой-то более бледный, но больше все-таки похож на самца, самочки как-то все-таки менее пестрые. Очень красивые птички. С такими подсвистами. Не каждый их видел, но если вы повесите кормушечку, то они к вам обязательно прилетят. У них вот такая вот пестрая грудка, зелено-желтая, и
они очень агрессивные птицы, поэтому если вы их увидите на кормушке, скорее всего, они будут всех остальных прогонять. Вот такая синица длиннохвостая, которая на самом деле теперь не относится к синицам, а относится к другому роду, называется ополовник иначе. Ну, понимаете, почему ополовник? Потому что длинный хвост и круглое тельце, тоже ополовник. Так раньше ополовник называли. Ополовник. Как ни странно, первый раз я видела, чтобы длиннохвостые синицы лакомились серебряной. Обычно они собирают каких-нибудь маленьких жучков, тлю и прочих насекомых. Ну, летом, в теплое время. Вот так она выглядит сбоку. Интересная такая шарик, светленький, кремово-розовые бока, длинный-длинный хвост. Красивая птичка. Вот такие вот тоже ослабленные зяблики, которые остаются у нас и не летят дальше. Ослабленные, больные, кормятся на кормушках. А видите, у этого зяблика какие-то проблемы с лапками. Я так, если честно, не поняла пока, и мне никто из специалистов, знакомых не ответил, что это такое. Такие вот выросты появляются, и они ведут себя крайне странно. Только перепрыгивают с места на место и стараются даже не летать толком. Всем знакомы рябинники, то есть это дрозды, дрозды-рябинники, и называются они просто так, а они у нас оккупируют рябины, и красную, и черноплодную, и другие ягодные кусты, и собирают с них все, что плохо висит. Хорошо. Если прийти к вам стайка, она может за день, за два, за три, за неделю, в зависимости от количества ягод, обчистить все. Вот, видите, ягод практически не осталось. Но если рябинник не кормится у вас в саду на плодовом дереве, значит, он кормится где-нибудь, где есть другая пища, подходящая для него. Обычно это поля, или у нас в этом году не очень хорошо замерзала река, и они там выковыривали червячков из ила и всякую другую живность. Еще одни разорители рябин – свиристели. Птицы крайне красивые, прилетают обычно стайками. И можете заметить, что их сложно с кем-то спутать. У них такой явный хохолок. Оранжевые, такие, точнее, даже не оранжевые, ало-красные у них перышки на крыльях. Желтые там же полосочки такие. И кончик хвоста ярко-лимонного цвета. То есть этих разбойников с маской черной на лице сложно с кем-то перепутать. Также очень быстро они обирают рябины. При этом они, интересно, свиристят, не зря их так назвали. И помимо того, что они прилетят к вам в сад покушать ягодки, они также прилетят полакомиться чужим пометом, пометом других птиц. И точно пока, опять-таки, я не знаю, но предположения такие у других тоже любителей птиц и орнитологов, что таким образом они пополняют количество солей, которые мне достают в зимнее время. Вот такие бывают, видимо, свиристели за счет того, что они одни из тех редких птиц, которые могут захмелеть, потому что ягоды бродят, если перепады температур часто случаются, и когда их много объедаются, они вроде как пьянеют, могут удариться что-нибудь в полете, потом они хотят, в большом количестве едят холодные ягоды, которые попадают в желудок, говорят, что они могут понизить таким образом температуру, поэтому падают в снег. Ну, в снег они падают 100%, а вот почему, точно не скажу. И за счет того, что у них вот есть такая тенденция пьянеть, они в стае часто можно увидеть травмированных птиц, то есть у этого свиристеля глаза нету. Вот у этого свиристеля нету лапы, у него какие-то проблемы с клювом. Их наверняка ловят и кошки, и какие-то другие хищники, и истреба, может быть, люди даже какие-то нехорошие там могут как-то искалечить. То есть очень они уязвимы в этом состоянии и не могут ничего поделать. Часто, если говорят, если вы увидели таких свиристелей, которые просто попадали в снег, нужно положить их в коробочку в укромном темном месте, подождать, пока они отогреются, потом выпустить. Ну, вот, видите, этот тот самый свиристель, у него нижняя часть клюва прям на две части разбита, и нет одной лапы. Где он там покалечился,
просто даже ума приложить получается, и при этом он вполне успешно подлетал к ягодкам снизу и срывал их. Вот это травмированный свирести, этот самый с основным клювом. А это уже здоровый, вполне хороший, крепкий свирести, никаких проблем у него нет. Так же себя ведет, вот так ягодки срывают, они интересно. У этого тоже, видите, культя нету части лапы. Вот, можете оценить, какие у них красивые крылья, да, вот эти вот желтые полоски и алые вот эти перышки, которые такие твердые на ощупь. Вот они очень интересно себя ведут, как акробаты. Прыгают, скачут, летают, тянутся. Очень забавно это выглядит, за ними наблюдать одно удовольствие. И при этом стрекочут все время. И у них такой язычок с шипчиками, чтобы ягодки не спадали гладкие, чтобы они лучше проскальзывали в горлышко. Но крупным пока снять не удалось язык. Вот, тоже срывает ягодку, даже он сок летит. Тот тоже подбрасывает ягодку, чтобы она в рот закинулась. И здесь подбрасывает, чтобы она в рот залетела прям поглубже. И силуэт свиристеля сложно с чем-то спутать. Уже видите, холок такой с крючочком клюв. И смотришь просто и понимаешь, что это он. Вот еще одни интересные посетители, которые прилетают как к вам на кормушку, если есть сало, например, они очень любят сало, дятлы, так и просто могут прилететь на больные деревья и полечить их, ковырять там какую-нибудь живность. Это дятел, один из самых маленьких пестрых дятлов, он так и называется, малый пестрый дятел. Коротко таких дятлов называют МПД. А больших пестрых дятлов, которых обычно все видят, ну, самый обычный простой дятел, БПД. Вот есть еще средний пестрый дятел, он более редкий, но его я пока хорошо не сняла у нас. Вот такой маленький дятлик, он чуть больше воробья размером, вот пестренький, это самочка, у нее нет красного. Вот еще один дятел, но, к сожалению, этого дятла на кормушках встретить крайне сложно, это дятел лесной. Я просто решила вам показать, потому что в январе-феврале его тоже снять можно. Но для этого вам нужно будет пойти в темный, мрачный елово-сосновый лес. Ну, те, которые у нас обычно и бывают. Вот, это он на еле он сидит и долбливает оттуда всяких чечков. Ну, дятлы спокойно у нас чувствуют зимой себя очень хорошо, потому что они в любой момент могут добыть еду. Видите, как он стучит, аж кора разлетается в разные стороны. Еще одни из тех птиц, которые могут не улетать на зиму, если не замерзает водоем. В этом году речка у нас практически не замерзала. И кроме там какого-то периода времени, 2-3 недели, они все время держались у нас. Вот такое вот сало, это называется сало, или еще как-нибудь по-другому, то как гораздо называют этот мягкий снег, который как растаявший, полурастаявший лед плавает на воде. Вот они держатся, несмотря на это. Почему они у нас спокойно себя чувствуют? Потому что их, во-первых, подкармливают, если это город-парк, да? Вот, и они питаются водорослями, то есть спокойно могут кушать зимой. И главный совет, если вы собираетесь кормить кряк, лучше прочитать, как правильно это делать, а не кормить их белым хлебом. Нежелательно все-таки для диких птиц. Так они сбиваются в стайки, да, сразу видно, где самцы, где самочки. Вот. Самое интересное, парковые кряквы не теряют самцы парковые свой вот этот вот нарядный брачный окрас. То есть природные кряквы теряют, становятся такие же невзрачные практически, как самки. А парковые нет. Видимо, как-то этот механизм условлен тем, что они находится здесь у нас. Вот летит самочка. Так, мы перешли к следующим очень интересным птицам. Это вороны. И вороны интересны тем, что уже в феврале месяце они парами, ну, пары они практически на всю жизнь образуют, но они, кто молодые, например, начинают искать себе пару, летают, появляется какой-нибудь третий лишний, который начинает мешать, вот они полеты проводят, пикируют, крутятся, вертятся, там всякие бочки-полубочки делают. Одни из тех редких птиц, которые могут фигуры
высшего пилотажа проводить воздух. Вот так вот парами они летают. Это у них такой брачный полет. Сразу видно, что сверху самец, такой более солидный. Внизу самочка, она немножко помельче. Они как будто бы держатся за руку в полете частенько. Такого можно увидеть. Вот. Это птицы, которые у нас обитают в Одинцовском районе, но увидеть их очень-очень сложно. И если каких-нибудь воронов можно еще прикормить, и они будут к вам прилетать на кормушку, если им там сало повесить, мясо, могут, в принципе, прилетать, несмотря на то, что они осторожны. Эти птицы никогда никуда не прилетят к вам и не прибегут, в отличие от куропаток. По крайней мере, я не встречала упоминаний об этом. Это тетерева. Снят они в Рязанской области, но я их неоднократно видела в Одинцовской. Просто такого скопления, чтобы показать, чтобы было понятно, у меня нету наших районов, с нашего района снимков. Вот так они стайкой собираются. И если они предпочитают весной, летом кормиться там почками березы и прочего, то зимой также они, видимо, собирают какие-то семена на полях. Так вот выглядит самец тетерев. Красивый такой, с пышным хвостом. И вот эти боковые перья на хвосте, чем они длиннее, тем старше и опытнее боец. Ну, вы знаете, что они же петухи, они любят драться и делать себе гарем из самок, привлекать. Вот эти длинные перья называются косы. Чем косы длиннее, тем круче парень. И вот эти вот брови у них наливаются именно весной. Видимо, они не такие яркие. Так они в полете выглядят. Чижики. Те птички, которые могут прилетать на кормушку, но делают это крайне редко. Обычно они держатся в верхних слоях лесного массива и объедают всякие семена хвойных, лиственных растений. Вот любят ольху очень, шишечек семена выбирают. Пестрые такие птички, но никак мне не удается у нас их крупно снять. Овсянка обыкновенная. Могут не улетать, но в целом улетают, конечно, на зиму. Иногда держатся в таких местах, где-то, где достаточно корма. Вот я встретила эту овсянку в январе месяце. Конюк может не улетать на зиму, если зима теплая, обыкновенный конюк. Вот он в полете, красавица такой. Это наш самый обычный хищник, которого вы всегда видите в полете над полями. Они у нас мышкуют, ловят мышей в основном, полевок, мышей. Ну, или каких-нибудь других животных, но в целом. Вот. Это уже другой конюк. Видите разницу, да, между этим, таким темным, да, пестрым, и этим цветом. И уже пестрым поменьше, и взгляд такой построже. Это земняк, мохноногий конюк. Он у нас поэтому и называется земняк, потому что он прилетает к нам на зиму. То есть поведение и пищевое, и другое поведение такое же, как у обычного конюка, только в отличие от того, если тот улетает на зиму, этот прилетает. И живет он на севере. И выводит потомство на севере, а к нам зимой прилетает типа в теплые края. И отдельно хотела вам показать несколько сцен на кормушке с раками воробьев. Такие, кажется, воробушки, да, простые птички, но их поведение иногда вызывает удивление. Они, как орлы, сражаются за семечки. Видите, как все серьезно. Он когтями схватил другого воробья за грудь. Вот. Дерутся они достаточно часто, и эти потасовки сопровождаются писками и криками. То есть пропустить это достаточно сложно, если вы находитесь рядом с кормушкой. При этом ничто не мешает сидеть спокойно, кушать, места хватает. Но нет, вот надо подраться. Так, видимо, жизнь скучна, гормоны бушуют, и воробушки разбираются, устраивают разборки. Пикируют друг на друга, кусают в бок, клюют, наступают, бьют друг друга крыльями. Ну, цепляются иногда клювами. Очень интересно, конечно. И интересно не только за ними наблюдать, но и фотографировать эти моменты. Если что-то попадает в кадр, крайне это здорово. Сразу думаешь, вот, какой момент. Сколько энергии. Вот они, как два лапаря друг напротив друга. Один даже нахохлился.
И мало того, что они прогоняют друг друга, так они еще не дают другим птицам спокойно есть. Поэтому синицы обычно, вот вы видите, куча воробьев сидит там, кормится, а какая-нибудь синица запищит сигналом опасности, есть у них такой определенный сигнал, определенный писк, все птицы его знают. А все птицы разлетаются, все воробьи сразу, щух, кормушку. И тишина. Синичка так тихонечко садится, начинает семечки поедать. Она вроде как таким способом от конкурентов избавляется, от этих шумных воробьев, чтобы не мешали семечки кушать. Ну, тут уже в свете солнышка выглядит все поинтереснее, как они рассыпают свои хвосты, крылья, открывают рот агрессивно, да. Вот два подрались, а третьему не понравилось, он решил улететь от них подальше. Ну, про эти кадры я, к сожалению, забыла, хотела быть у них экспозицию. Солнышко зашло, и было очень темно. Поэтому видно только силуэты. В общем, один воробей другого прогоняет. И успешно прогнал, а потом вернулся на корму. Как говорится, есть несколько вещей, за которыми можно наблюдать бесконечно. Вот за тракой воробьев можно наблюдать бесконечно. Ну, там осталось еще несколько кадров. Вот тоже момент такой, конечно, прямо когтями ему прямо в голову целится. На самом деле, если нам кажется это достаточно безобидным, то для них это далеко не безобидно. Они могут наносить себе, ну, друг другу, точнее, достаточно серьезные травмы. Так, ну, на этом мы заканчиваем. Внимание, февраль. Такой вот он весь проходит на кормушках, за наблюдением за птицами. Ну, так я представляю себе месяц март. Он уже как-то посветлее, чем февраль. Январь-февраль. Уже как-то надежды какие-то теплятся, да? Потихонечку начинает таять снег. Но не в этом году. В этом году у нас снег выпал только в марте, да? И начинают появляться пролетные птицы. Первые пролетные птицы. Ну, как, например, здесь вы видите. Это серебристые. А, нет, извиняюсь, это не серебристые. Это чайки-хохотуньи. А, крупные чайки. Видите, насколько крупные? Они даже крупнее кряк. И их нельзя назвать хохотуньи, крик у них напоминает немножко хохот, ну, специфический такой. Крупные, прям крупные. Прям. Было бы интересно за ними наблюдать, но у нас они не гнездятся. Дальше пошли голуби. Вот, кажется, какие-то голуби летят. Ну, да, обычные голуби. Но не обычные голуби, это голуби-клинтухи. Дикие. Не какие-нибудь наши сизые городские. Городской голубь называется сизый, а это клинтухи. И они немножко отличаются. У них более эстетичный наряд. Вот. Не такое яркое горло, но, в принципе, более сдержанный окрас. И вот так вот они кормятся тоже на полях. В принципе, голуби в большинстве своем, сколько я их наблюдала, они держатся на полях. Можете увидеть, какое у них красивое чешуйчатое горло, как будто бы чешуйчатое, покрыто чешуйками. Так у них перья там такой структуры определенной топорщится. Когда они за самкой бегают, у них это прям оттопыривается сильно. Вот, и они бегают за ней. Собирают семена, другую живность всякую. Ну так они выглядят в полете. У них черный конец хвоста. А это уже не клинтух, это уже вяхирь. И отличается он от предыдущего, тоже, как бы, в принципе, похож. Но он крупнее, раза в полтора. И если у клинтуха крылья серенькие, такие равномерные, равнотонные, то у вяхиря есть такие белые полоски. Вяхиря еще называют витютень. Вот так выглядит вяхирь. Клинтуха мне пока крупно снять не удалось. А с вяхирями мы подружились. Тоже у них такая интересная горло чешуйчатая. Отличает еще от клинтуха яркое белое пятно на шее. И у них асимметричный зрачок. Он выглядит немножко как груша слегка. И пока точно достоверно неизвестно, зачем вяхерям такая структура у глаза. Вот это снова на клинтухе. Посмотрите, как им некомфортно вроде бы кажется. Метель, дует ветер, снег в глаза. Но они спокойно себя чувствуют до тех пор, пока не пролетит какой-нибудь хищник. Вот. Достаточно птица скрытная.
Но в этом году был какой-то прям бум таких вот дятлов. Это дятел. Мало кто знает, что у нас существует седой и зеленые дятлы. Это два разных вида. Это седой. У него голова такая сероватая, поэтому седым назван, несмотря на то, что у него зеленая спина. У самцов присутствует красная полоса на голове, у самок ее нет. А у зеленых дятлов, помимо того, что есть полоса на голове более широкая, более такая заметная, у них еще есть красный ус. А у самок нету красного уса. У них он как бы черный. Вот видите, как заметно. Сразу шапочка прям ярко-красная. Эти дятлы, в отличие от наших других дятлов пестрых, не долбят практически древесину. В основном они питаются муравьями, личинками муравьев. Поэтому они перелетные. Они могут, конечно, у нас, опять же, в теплые периоды держаться где-то, где от снега свободно поля можно добраться до муравьев. Но в целом предпочитают улетать на зиму. Вот. И весной можно услышать их и громкие крики. И именно по этим крикам их легче всего обнаружить. Поползень. Не буду о нем много рассказывать. Многие наверняка видели поползня. Его еще называют имчаком. Он так свистит, как будто гоняет кого-то. Лошадей. И эта птичка отличается тем, что она лазит и вверх, и вниз одинаково ловко по стволам деревьев. Такая у нее серая спинка. Вздернутый клюв. И он себя отлично у нас чувствует. Круглый год живет. Также может, кстати, прилетать на кормушке с семечками. Серая ворона. Никого не удивишь этими птицами, да? Но живут они в основном у нас в тех местах, где живет человек. То есть стараются держаться поближе к нему. Почему? Потому что так проще прокормиться. И не зря. Потому что у человека рядом с домом всегда есть чем поживиться. Много помоек, компосты. Птицы сообразительные, наблюдательные, и они моментально раздобудут себе еду в городе или в населенном пункте каком-нибудь мелком, в деревне, в селе. Всегда держатся где-нибудь рядом во дворе. В городах они даже делают гнезда прямо напротив окон на больших деревьях. Их это вполне устраивает. Сорока – еще один вид, который гнездится прямо рядом с нами и живет круглый год. Но более скрытные. Как правило, не дают на себя долго смотреть и сразу улетают. Сорок спутать ни с кем нельзя, да? Но мне нравится птица. Даже немножко больше, чем серая ворона. Именно за счет своей скрытности и за счет своего красивого радужного хвоста, который у нее переливает голубым и зеленым цветом. Галки тоже живут рядом с человеком. И все эти птицы из семейства врановых. Что вороны, что галки, что сороки. И вороны там же. Галки вообще-то двупологнёзники в дикой природе, но, учитывая, что в нашей местности в Минсовском районе много сел и деревень, они с успехом гнездятся в человеческих постройках, если в них есть какие-то места, подобные дуплам деревьев. Ну, например, в вентиляции, где-то под крышами и в трубах могут запросто гнездиться иногда. Не очень это удобно для людей, да, когда у вас там галки сидят, галчат. Так вот они выглядят самец и самка, у них бело-голубая радужка. Но, к сожалению, вы не сможете определить, кто из них самец и самка, потому что полового диморфизма у них нет. Интересные птицы, за ними наблюдать интересно. Но галки, в отличие от ворон и сорок, более социальные, держатся обычно колонией. Вот сосед из колонии прилетел посмотреть, что это они там делают. Видел, что у них там дупло такое удобное, там решил разведать, но они его прогнали. Тут все-таки я думаю, что сверху самец, а снизу самка. Очень интересно, как они в такую коряжину пролазят и насколько им удобно в таком тесном пространстве птицу водить. И эти птички называются овсянки. Так же, как и обыкновенная наша желтая овсянка, но прилетают к нам весной. Они у нас точно задерживаются. Они меньше, чем обыкновенные овсянки, держатся рядом с жилым сектором. Предпочитают более как бы дикие места, где есть
речки, рогоз, тростник, так они называют, тростниковые овсянки. И камышовые. И похоже чем-то на воробья. Ну, вот, в принципе, похоже. Кормятся они семенами, вот так вот собирают там, на грунтовках где-то. Марь, полынь, это вот их все. Так они будут поближе. Но птичка вообще-то красивая. Но ничего особенного про нее сказать толком нельзя. Разве что на воробья, она, в принципе, когда близко на нее смотришь, не похожа. И клюв у них вот такой вот овсяночий. У них верхняя часть такая маленькая, а нижняя такая, как кошечка, получается. Вот, здесь можно это хорошо наблюдать. Под клюв такое массивное и тяжелое. Видимо, клюв у них сделан по подобию каких-нибудь жерновов. Это самец весной защищает свою территорию, покрикивая и проходя по ней, по кругу, как бы. Пройдет, собирает что-то, покушает, потом на тростинку залетит, покричит и опять спускается, чтобы другие самцы знали, что это его территория. Вот. Ну, красивые птицы. Смотрите, какой у них пестрый хвост. Белые. Два последних пера хвостовых. И они не против продемонстрировать, кстати. Иногда у них случаются очень активные драки. Это вот самочка. Самочка, то есть самые тростниковые овсянки. Это самец, а это самочка. Уже нету черной шапки, она коричневая. Самочку практически невозможно увидеть. Они редко достаточно появляются где-то на виду. Обычно в кустах лазят в глубине. Вот обыкновенная овсянка. Они из новосинистов. И у обыкновенной овсянки пестрая спина, как и у всех, в принципе, других птиц. Но грудка у нее достаточно яркая, желтая. Желтая голова. Такой же снизу ковшичек клюв. Вот, и грудка более пестрая. Она желтая, сверху такая, как оранжевая немножко манишка и пестренькая. Самочки более бледные, самцы яркие. И у овсянок такая есть определенная позывка весенняя, прям вот весенняя, запомнилась мне, прям песня детства. Вот когда они кричат, я все время детство вспоминаю. Скворцы. Одни из первых, кто к нам прилетает после грачей. Но в этом году им не очень повезло. Они прилетели, снега не было, а потом как насыпало. И они вообще-то не очень себя комфортно чувствуют, когда столько снега. Но при этом умудряются все равно найти еду. Вот они держатся поближе к тем местам, где есть какая-то грязь и жижа, и оттуда выковыривают то, что можно найти. Вот червячка достал. Ну, потасовки тоже у них случаются у скворцов. Все птицы не против потасовки устроить. Только очень скромные птицы держатся друг от друга поодаль и не дерутся. Вот так он выглядит спереди. У них могут быть пестренные белые, но они на перьях. Это зимний наряд. Но когда они прилетают, там они стираются. И грудка и спина становятся просто черными и радужными. И это не окрас такой, а структура пера, которая переливает, как радуга на солнышке. Вот, видите, какой он красивый. И все цвета есть практически. И желтый, и зеленый, и фиолетовый, и розовый, и синий, и голубой. Вообще красавец. И вот эти вот пестреньки золотые, они потом все равно подсотрутся. Вот те же, кто попал в такую ситуацию, как и скворцы, не очень комфортно. Это чибисы. Их еще называют пиглицы за счет вот этих вот хвостиков на голове. Они все время такие вышагивают, важные, и так смотрят на тебя серьезно. Поэтому их называют пиглицы. Перепутать их с кем-то сложно. Тоже у них спинка переливает радужно, вот так вот красиво, грудка белая. И это те самые птицы, которые кричат «Чьи вы?», когда идете по полю. Они кричат «Чьи вы?», и поэтому, видимо, так и прозвали чибисы. Ну, считается, что похоже на «Чьи вы?», как будто спрашивают, прогоняют. Я их еще называю «Птица полотенца». Это мой друг Дима Иванов придумал. Он тоже снимает и птиц, и дикую природу в Одинцовском районе. И мне понравилось, я заимствовала это название. Они летают так, как будто они полотенца, и их резко в полете иногда переворачивает. На самом деле просто вот такой у них полет. Причем еще очень шумный и свистящий. Когда они низко над вами пролетают, прям слышно звук крыльев.
Рябинники. Вот они на реке собирают всякое, что попадается. В основном собирают червяков. Не против иногда мелкими моллюсками поживиться, колембулками и прочими всякими беспозвоночными. Сложно даже представить, сколько там живет были у нас. И они передвигаются в основном скачками, прыжками такими, и часто обследуют грунтовки. Можно их весной увидеть на грунтовках. Ну, вот кряква. У них уже начинается потихоньку сезон размножения. Они разбиваются на пары. Кто-то уже разбился, прилетает уже парами. Кто-то только ищет. Такие они красивые в полете, и когда просто плавают. Кряква птица нам привычная, но тоже достаточно симпатичная. Просто мы к ней привыкли, но очень красивая, нарядная птица. Посмотрите просто на нее. Самец такой важный, желтый клюв, зеленая голова. Она может отливать и фиолетовым, и синим при определенном освещении. Самочка. Самочка такая вот невзрачная, да? И клюв у нее какой-то непонятный. Она все такая пестренькая, чтобы на яйцах сидеть, и никто тебя не видел. И это утка-гоголь. Очень интересная. Вот, казалось бы, чему там удивляться, да? Утка и утка. Но при этом это утка дупла, конечно. И ты думаешь, ну как же, так как же утка целая в дупле поместится? Вот выводят они там потомство в этом дупле высоко достаточно, а потом птенцы прямо оттуда с этого дупла сигают. Такие пушистые, пуховые, без перьев еще как таковых. И не разбиваются. Нет, самец. Вот он такой пестрый и яркий. Белые пятночки, желтый глаз. А это уже другая уточка. В два раза меньше практически, чем кряква. Это чирик-свистунок. Вот они тоже прилетают вместе с гоголями, с другими утками. Вот кто у нас был. И его отличие от других, то, что у него зеленое зеркальце на крыле, можете увидеть. И полоска через глаз, она тоже переливает, чаще всего зеленым. И это все марковские птицы. Вот они к нам начинают прилетать. Пусть ильги, вот самочка пусть ильги прилетела. Сидела у нас в Аксинино на сосне, но они у нас не один год уже где-то гнездятся у кого-то на крыше. Повезло кому-то. Вот на крыше они гнездятся, видимо, их устраивают. Вообще-то они любят такие места, как бы каменистые. Поэтому и чьи-то большие бетонные крыши им очень даже подходят для гнездования. У стельги черная полоса через глаз, как у многих хищников, чтобы не слепило. Оранжевые яркие лапки. Ну, птица такая благородненькая. И по стельге относятся к соколам. Вот, смотрите, красивая, пестрая. Самцы еще красивее, у них голова серая, спина такого карамельного цвета. Грудка пестрая. Но пустельга, вот она чуть поменьше вороны серой, и те частенько их гоняют, не дают спокойно летать и делами заниматься, учитывая, что, в принципе, пустельга никакого вреда им не нанесет. Потому что яйца ее не интересуют, она охотится на мышей. Но воронам не прикажешь. В принципе, и все. Такой вот он был март месяц. Продолжим. Всего у нас не так много месяцев весенних. Вот уже май заканчивается, казалось бы, так быстро. Я вам уже рассказывала. К сожалению, про апрель-май, если кто-то уже видел нашу конференцию, которая недавно проходила, то это будет для вас повтором. Вот так я представляю себе апрель-май. Вот это вот утро, рассветный цвет, туман, достаточно холодное еще утро, еще не успела толком зайти трава, красиво, и такой рогоз сухой в лучах солнца. Пяхи. Вот
у них уже начинается сезон гнездования у вихрей. Они потихоньку ищут себе уединенные деревья, на которых вьют достаточно крупные гнезда. Они достаточно осторожны. Если вихрь потревожит на гнезде, то он его, вероятно, покинет. Они не любят этого. Если только он не селится где-нибудь прям в деревне, там они, значит, уже привыкшие к беспокойству. А вот из дикого, прям дикого где-то, в дикой местности потревожить, они могут покинуть гнездо, даже если просто рядом мимо пройти, близко. И видите, у него на лапах грязь. Только что прилетел с поля, видимо, и сел на веточку. Такие лапки грязные. И у них интересный таковой полет. Они когда летят, они так немножко поднимаются, потом опускаются, делают два хлопка крыльями громких таких. Вот, самец, на заднем плане самочка. Ходят по полю, по тропинкам, по грунтовкам, собирают всякие семена. Собираются большие стаи, но это пока по весне, поранее. Потом-то они на пару раз разобьются. И в это время на них частенько охотятся какие-нибудь хищники. Ну вот, например, на эту большую-большую стайку вяхерей покусился, увидел ее издалека сапсан. Редкий гость в наших краях. Не гнездится, к сожалению, уже достаточно давно. Он, естественно, в Красной книге. И видите, у него тоже, как и у пастельги, черная полоса через глаз. Он тоже относится к соколам. Ну, только он чуть-чуть покрупнее. Очень ловкая птица. И вяхеря для него поймать не проблема. Но, видимо, из-за того, что их много, разведчики все видели, что он летит, и они взмыли раньше, чем он смог что-то сделать. Хотя пока все остальные взлетают, он вполне может выбить одного голубя, какого-нибудь слабого отставшего. Это всем знакомый хищник. Это коршун. Выглядит он здесь довольно странно. Меня это заинтересовало. Такой вот пестрый, какие-то белые точки на крыльях, белые пятна около маховых. Я задала людям вопрос, они говорят, что это либо гибрид, либо черноухий коршун. А черноухий коршун – это подвид обычного коршуна. И обычно этот подвид у нас не гнездится, то есть мы пролетом. Так выглядит обычный коршун наш. Более привычный, однотонный, такого более шоколадного оттенка. И многие, к сожалению, считают, что коршуны очень вредные птицы. На самом деле это не так. Они, конечно, могут напасть на ваших кур или еще кого-нибудь, но никогда в жизни ее не унесут. Скорее всего, в этом обычно виноват ястреб-стервятник, тот еще разбойник. А коршуны больше все-таки любят рыбкой живиться, держаться рядом с водоемами, и даже иногда их подкармливают рыбаки. Вот так он выглядит в силуэте в полете. У него вилочкообразный хвост, но не когда он раскрытый, а когда он собранный, видно, что есть как бы там, вот видите, ямка. Это отличительный признак. Вот еще пастельга. Это уже апрель месяц, конец. Это самец, серая голова. Она такая интересная птица. Она зависает и выжидает свою добычу, когда-то она начнет бегать где-нибудь уязвимо. И нападает на нее, падает прям камнем вниз. Но обычно впереди ловит полевок. И вот здесь он как раз представлен момент зависания. Такой вот у него красивый хвост, давит сзади. Как раз тоже во время зависания, тоже самец. Конюк. Вот конюков тоже вороны любят конять. Вороны, вороны, галки, сороки. Даже иногда какие-нибудь мелкие птицы. Рябинники. Рябинники, кстати, очень агрессивные птицы. Если где-то селятся рябинники, то чаще они это делают колонией и гоняют всех хищников только так, в пух и прах их разносят. И поэтому рядом с ними предпочитают селить другие маленькие птички, чувствуя себя под защитой. Вот так конюк выглядит сбоку. Можно его лучше рассмотреть. Но это снято, правда, в Латашино осенью. Это как в Московской области, но уже не наш район. Но смысл один и тот же. Примерно одинаково они везде выглядят. Вот тот сам зимняк. Это уже немножко в таком более взрослом пере. И все равно видно, что он отличается от обычного нашего конюка. Гораздо больше белых оттенков. Это другой хищник. Все эти хищники, конюки, луни и прочее, это ястреба. Уже не сокола, а ястреба.
Вы можете заметить его суровый взгляд, когда он летит на нас. И, в принципе, у Луны всегда серьезный взгляд, даже сбоку. Заметьте, какие длинные у него когти. Его еще называют камышовой луной. Болотный или камышовый лун. Желтые глаза. И это тоже разбойник тот еще, в отличие от Коршуна. Как раз-таки его можно винить во многих нападениях на каких-нибудь достаточно даже крупных птиц. Вот. Но рядом с населенными пунктами он не так часто держится. Он может охотиться на птиц, на грызунов и даже на лягушек, змей и прочих. Может даже нападать на чирков. Трестунков или свистунков, которые у нас часто встречаются. Вот так он выглядит, это самец. Крылья у него по краям такие сероватые. Голова пестрая. Грудь, живот коричневые, хвост тоже серый. Самка выглядит немножко по-другому. Она более шоколадная, у нее как бы такая, затылок такой желтоватый. Вот, это другой лунь. Это полевой лунь, самец. Все самцы луней более серые. Самки такие более грязновато-коричневые. Видимо, тоже, чтобы сидеть на яйцах более незаметно. Самцы красивые. Я думаю, что светлое оперение помогает им охотиться, чтобы они более незаметны были на фоне неба. Серая ворона. Тот самый пример, когда вороны, несмотря на то, что живут рядом с населенным пунктом, могут добывать себе пропитание где-нибудь в другом месте, а не только на помойках. Вот она ходит по речной мели, собирая всякую живность. Тоже предпочитает моллюсков, двухстворчатых, каких-нибудь улиток, запросто разбивает клювом их раковины и добывает мясо, богатое белком. Вот тут она, кстати, с улиткой. В это время, в апреле, у них сезон гнездования. Они делают такие достаточно большие гнезда и откладывают голубые яйца, как ни странно. Вот. Сойки. Сойки тоже относятся к врановым. Смотрите, она такая симпатичная вся, пестренькая, яркая, красивая. Вот это вот отличительная черта соек, это их вот эти вот тоже зеркальца такие голубые на крыльях. Но она тоже разорительница, как все остальные врановые. И на гнезда может покуситься, и на птенцов разбойница. Недавно я у одного фотографа видела, как сойка поймала редкую краснокнижную у нас в Одинцовском районе летучую мышь. И съела ее живьем. Прям в воздухе поймала и смогла. Но когда у них как бы нет возможности поживиться чем-то более крупным, они идут на поле и тоже собирают там семена. Могут собирать желуди, вещину, прочее, запасать это, прятать. Этим они немножко больше отличаются от других вранов, потому что они более такие лесные птицы. Все-таки. Самец, он более яркий, чем самочка, такой попестрее немножко, хотя, в принципе, они похожи очень. Ему не понравилось, что я на поле за ним наблюдаю, он перелетел на ветку и там доедал свое зернышко. Вот. По весне часто можно увидеть ворон с подбитыми крыльями, с подбитыми, сломанными крыльями. Либо кто-то застреляет, либо хищники охотятся. В общем, разные причины бывают. И такие вороны, как правило, не жильцы, потому что они имеют истощение, паразитов, инфекционные какие-нибудь заболевания. И уже, вероятно, скорее всего, не вытащить их, не вылечить. Мало того, и реабилитационные центры, и ветеринарные клиники уже редко и неохотно принимают ворон на лечение, потому что это один из самых частых случаев. Именно серые вороны. Вот тут она такая была, со сломанным крылом, прыгала по полю. Увидела меня, начала от меня скакать. Я просто мимо проходила. Вот. И когда я уже прошла, я услышала ее крик. Думаю, что он там кричит на поле. Поворачиваюсь, он у нее чибис пикирует. Ну, чибисы не любят, когда тоже они гнездятся. Кто-то рядом с ними ошивается с их яйцами. У чибисов ямки, просто небольшие ямочки, или даже просто положенные яйца на землю. Без там гнезда, подстилки, всего такие вот. Вот. И у чибисов... Птенцы выводкового типа. Они практически сразу на следующий день уже начинают бегать. То есть вывелись и побежали.
уже кушают сами, бегают сами. Нет такого, что они там голышом везде лежат. Поэтому они просто откладывают свои яйца, как камешки. Вот. Но при этом очень активно защищают от всех. Летают, кричат, прогоняют, могут даже тюкнуть в крайнем случае. Вот ворона защищалась активно. Чибис на нее пикировал, она защищалась, орала на него. Прям прыгала. Вот. Но правое крыло, к сожалению, у нее вот было сломано. Что с ней случилось дальше, не знаю, но она спряталась как бы в тростник. Бежала. Еще одна ворона со сломанным крылом. Где-то спряталась в кустарнике. Ворон. Сразу видно, что это ворон. Клиновидный хвост, обратите внимание. Если ворон, он ровный. Сейчас посмотрим, видно ли здесь. Ну, тут не очень видно, к сожалению. В общем, у ворона практически ровный, а у ворона клином. То есть вот такой заостренный получается в середине. В отличие, у нас есть черные вороны, есть серые, есть черные, но у нас они в Лисовском районе не гнездятся. Поэтому, если вы видите крупного черного хищника, крупного черного ворона, то это ворон. Это разные виды, и ворона более мощная голова, клюв и больше размера. Сейчас у них тоже период гнездования был, правда, уже вот в феврале они на пары разбивались. И в это время у них уже вывелись птенцы, вот сейчас, в мае месяце. Птенцы воронов достаточно уязвимые создания, потому что они заметны, они не очень хорошо еще пока летают, и какие-нибудь лиса или другие вороновые могут забить вороненка запросто. Поэтому вороны, как умные птицы, предпочитают свое потомство охранять. Как те же самые вороны могут атаковать, если ты будешь рядом с их птенцом находиться. Наверняка кто-нибудь встречался с таким явлением, когда ты проходишь мимо вороненка где-нибудь в городе, а он пикирует тебе на голову, пытается тебя тюкнуть. Так вот, это очень частое явление, и лучше рядом с воронятами не ходить. И вот он гонял, этот ворон, всех, и галок, и сорок, и ворон, всех гонял, даже цаплю серую прогнал, которая мимо просто пролетала. И вот это один из воронят, вот он прятался. Папа или мама на него накричали, он улетел. Пока один охраняет, другой за пропитанием летает. И обратите внимание, какое марево, как только наступает весна, появляется роса и жаркое солнышко, то становится очень сложно снимать, потому что испарение идет. Вот эта влага поднимается и размывает картинку, поэтому снимать становится сложно. Снимки становятся нерезкие, очертания размываются, поэтому приходится сокращать дистанцию до птиц. Снимать ближе. Вот он, вороненок. Сидит такой миленький, пухленький, раскушился. Видите эти желвачки у них здесь на краю губ, на краю клюва. Это говорит о том, что он птица молодая. Вот он вытянулся в струнку. Взрослый ему кричит. Кто-то там расселся, давай прячься. Ну, недолго думая, он слетел. Полетел как взрослый, в принципе, достаточно уверенно, и скрылся в деревьях. И следующий этап. Начался очень интересная птичка, исключительная, краснокнижная, ремез. Раньше относили его к синицам, сейчас он относится к ремезам, то есть он не родственникам. Но посмотрите, какое интересное строение. Но это уже старое, порванное гнездо. А вот это целое, свежее гнездо. Гнездо варежка еще его называют. Почему? Потому что на варежку похож. И как бы вот этот вот большой палец, он становится более длинным, когда самец заделывает его, чтобы другие птицы не забрались. Они достаточно ловко залетают внутрь и прячутся там, вводят и выкармливают его потомство. Других таких птиц вы у нас не увидите. Никто другой у нас таким не занимается. Где-нибудь в других странах есть птицы-ткачи, но у нас эта птичка исключительная. Наблюдать за этим процессом одно удовольствие. Делают они обычно гнезда на ольхе или березе, где-нибудь поблизости от водоема, потому что рядом с водоемами растет строительный материал, который используют ремезы. Растет обычно рогоз, тростник. Из рогоза они выдирают вот эти вот семена, пух, а у тростника обдирают волокна,
расщепляют, и получается, что они вот этот пух с волокнами переплетают очень ловко. Получается такой гнездовый орешек. Вот, кстати, можете заметить, да? Здесь еще палец не готов, а здесь он уже такой вытянутый, длинный. Представляете, за несколько дней, за неделю, по-моему, он достроил гнездо. Вот так оно выглядит. Еще листья не распустились, а здесь уже распустились. Красота неимоверная вообще. Вот он пучком рогозовых семян летит, залетает туда и начинает там клювиком своим потихонечку там запихивать, переплетать. Лишнее вынимает. Ловко взлетает, ловко вылетает. Быстро даже заметить иногда не успеваешь. Вот здесь он немножко так выглядывает, как будто бы не рад зрителям, но с другой стороны, чем больше усилий затрачивает птица на гнездо, тем менее вероятно она его покинет. И с время заметно встречаюсь не первый раз. Так обычно я гнезда не снимаю, но с ремезом можно сделать исключение, если делать это все равно осторожно, не привлекая внимания каких-нибудь ворон очень уж сильно. Вот, оно выглядит сбоку. Уже листики ольховые распустились. Крепкая конструкция. Висит иногда гнездо ремеза и бывает 5 лет не разрушается. Старое гнездо они иногда разбирают, не используют повторно, но разбирают, чтобы использовать материалы, чтобы далеко не летать. Вот он залетает, да, в гнездо, одно крыло сложил, а второе складывает чуть попозже, так бочком. Очень ловко, занимает это долю секунды. Но у него интересный клюв, обратите внимание, он такой вот как бы, как шильца такой, заостренный, загнутый немножко. Таким, конечно, удобнее бы, чем у синички какой-нибудь плести. Птичка маленькая, кстати, меньше большой синицы. Помимо того, что он строит гнездо, он еще умудряется оттуда всяких паразитов вытаскивать, чтобы они там не мешались. Вот два ремеза не поделили у нас что-то. То ли кормовую базу, потому что рогоз, может быть, там личинку не поделили, а может быть, материалы строительные. И это говорит о том, что нужно искать второе гнездо где-то поблизости. Вот деревня Грязь, то место, где водятся ремезы. Поэтому это птицы краснокнижные. Даже если вы хотите понаблюдать, посмотреть, будьте предельно аккуратны, осторожны. Не сообщайте каким-нибудь левым людям местонахождение гнезд, чтобы они их не срезали раньше времени. Есть какая-то категория людей, которые собирают гнезда по каким-то своим причинам. Не для того, чтобы там в музее там поставить, повесить. Не для того, чтобы в коллекции домашней держать. По каким-то другим непонятным целям пользуются. Просто гнезда ремеза. И некоторые слышали историю, что собирают их до того, как гнездо будет готово. То есть не осеннее, когда птицы покинули его, а весеннее. Ремез на рогозе. И запомните, что у нас стоит такими палками, шишками, да, это не камыш, а рогоз называется. Вот они разбирают эти пушинки. Вот, казалось бы, зачем, да, ковыряются там, достают личинок. И в одном рогозе может быть до десятка или даже больше личинок. То есть так вот они его потрошат, мало того, что собирают материалы и кушают одновременно. Ну вот, видите, тянется там такой сгусток с левой стороны. Вот там личинка, скорее всего, он будет ее оттуда вынимать, кушать. Птичка такая интересная, но, в принципе, невзрачная, да, несмотря на то, что гнездо такое здоровское делает. Все узнали. Это птичка-скворец, конечно же. Кто же еще? И он заселил наш скворечник. Свежий, только сделанный, сколоченный повешенный скворечник через неделю был занят скворцами. Мы-то думали, что они в следующем году может поселиться, потому что птицы вообще-то свежую древесину не любят. Не любят яркие постройки, вычурные в открытых местах. Любят, чтобы все было посерее, поскромнее, пострашнее. Больше, короче, на природное похоже, и чтобы в каких-нибудь зарослях, кустах, чтобы меньше было на виду. Но скворцы, птицы, привыкшие к людям, привыкшие ко всему вот этому дискомфорту на виду оставаться. Ну и поэтому они спокойно загнездились. Сейчас они выкармливают уже своих птенцов. Вот он выглядывает, передом, боком косится, смотрит, что это такое.
принципе, можно спокойно в 3 метрах от скворечника стоять, и они прямо при тебе залетают, вылетают. Ну, участок у нас маленький, ничего не поделаешь. Иногда бывает, что рядом с скворечником стоишь. Правда, недолговременно. Вот. Это недавнешние съемки. Недавние, извиняюсь. А, буквально вчера я снимала скворцов. Правда, была погода плохая очень, поэтому снимки шумные очень. И они таскают часто и много. Оба родителя самца носят. Вот червяк там, какие-то насекомые. Тут заметная очень хорошо пестренная, о которых я говорила ранее, на крыльях. Они очень ловко залезают в скворечник, поэтому вот эта палочка, которая делает некоторые внизу под дыркой в скворечнике, под проходом, не нужна. Не нужна почему? Потому что есть некоторые хищники, разорители гнезд, те же самые врановые, которые могут нанести большой ущерб, если они сядут на эту жердочку, им будет проще туда заглянуть, залезть и разобраться с потомством и яйцами. Поэтому советую делать скворечники, синичники, всякие пеплянки и прочее без этих палочек. Птицы и так достаточно ловко залезают. Да? Их вполне устраивает. Вот он вылез, самец, что-то мне не понравилось, он покричал на меня. Хотя я стояла немножко дальше, тут парад просто стоял близко. Снимала я с пульта. Вот, спина у него переливает яркая пестрая. Обратите внимание, вот это самец, а вот это самочка. У них полового диморфизма как бы нет. Но все равно видно, что самец ярче, чем самочка. Самочка уже такая вся потертая. Мокрая, незрачная. Помимо того, что они таскают насекомых червей своим птенчиком, они еще выносят оттуда мешки с пометом. Такие вот, чтобы чисто было. Ну, сами понимаете, кому приятно в своем же самом там сидеть. Вот так они залетают. Сколько там насекомых они носят, я вам не скажу. Я как читала, но эта информация очень быстро стирается с головы. Но можно сказать только, что каждые, наверное, 5-15 минут один из родителей прилетает. В зависимости от времени, суток, они прилетают достаточно часто. И с полным ртом. Полным ртом приносят он. И каких-то эктрей, и мух, и червей, и жуков иногда каких-то, и комаров, и долгоножек. Смотрите, какая самка растрепанная, да? На какие у нее получился. А сейчас такое время. Хоть нам на улице холодно, но птицы уже предпочитают иногда искупаться. Вот, видите, полный клюв несет. И как у них только это все помещается там. Вот, кстати, процесс купания скворцов. Как только становится тепло, вот градусов 20, они в любую чистую лужу лезут и начинают там плескаться. Паразитов выводят. Чистятся. Стайка скворцов, это чуть пораньше, апрель месяц. Вот они прилетают нам стайками, потом разбиваются на пары. Много-много. Даже забыла, как называется это явление, когда они сбиваются в очень большие тысячные стаи. Это выглядит очень красиво, прям как будто какой-то рой летает в небе. Ну, наверняка видели где-нибудь в интернете. Итак, переходим к другой птице. Птичка паракушка. Паракушка, говорю, по привычке. На самом деле птица называется паракушка. И очень сложно переучиться, когда привыкаешь. Поэтому, если хотите прочитать что-то про птицу, всегда залезайте и смотрите ударение. Иначе будет не очень хорошо. Это самочка в ракушке. Скромненько одетая. Такая какая-то обычная птичка. Немножко что-то у нее какие-то пенышки на грудке. А это самец. Смотрите, какой он яркий. И у него песни колен больше, чем у соловья. Только в отличие от соловья, у которого свой репертуар, в ракушке собирают звуки всех соседних птиц. Там и чибисы, и чайки, и цапли, и кого там только нету. И все это вместе он переплетает в каком-то рандомном, только ему известном порядке, и поет. И сначала он так тихо-тихо-тихо, а потом все громче-громче-громче быстрее разбивается. Еще у них есть таковой полет. Вот видите, горло какое красивое и голубое, и в центре белое пятно, которое называется звездой. Звезда ворошек, может быть, как белая, да? Так и красная, вот как здесь. И это обусловлено тем, что они, видимо, имеют какие-то
ну, как бы разные места выводковые. То есть, как говорят, что с красной звездой это северные выводки, те, которых родители гнездились на севере, а с белой гнездой это европейские. А на самом деле там еще несколько всяких вот этих подвидов и вариаций, и корлышек. Бывает вообще без пятна, бывает еще там с белым ожерельем. И вот обратите внимание, у практически, не знаю, не заглядывала ко всем птицам в рот, но ко многим. У всех есть шипики, которые направлены внутрь, это чтобы добыча не выскальзывала наружу, чтобы проще было заглатывать. Вот такой поет, весь красивый, весь из себя. И помимо того, что он поет, еще он может подниматься в воздух, потом пикирует, красиво распушая свой кирпично-красный хвост, крылья, и так садится медленно-медленно на какую-нибудь рогозину высокую или ветку какую-нибудь высокую, начинает снова петь. Это вот таковой полет называется. Вот видите, у этого варакушки тоже красная звезда, которая сейчас плохо видна, она собрана, потому что на горлышке, и белое жерелье под черным. А у предыдущих такого не было. Вторая цапля. Встреча нередкая в нашем районе, но смысл в том, что цаплю видеть сложно. Чем крупнее птица, тем она осторожнее. Цаплю спутать с кем-то достаточно сложно. Единственное, что, ну, некоторые люди умудряются спутать с серым журавлем, но журавля вы узнаете сразу, совсем по-другому выглядит. Как бы у него хвост другой, клюв и голова. Обратите внимание, она сгибает шею в полете, но при этом оставляет ноги, да? Где у нее ноги вытянуты. И птица, на самом деле, похожа на динозавр. Ну, все птицы, на самом деле, произошли, да, от них. Птицы, как динозавры с перьями, выглядят иногда многие. И повадки такие же агрессивные бывают. Ну, какой у него мощный клюв. Потому что цапля может питаться многими крупными животными. Может питаться зайчатами. Может питаться крупной рыбой, лягушками, мышами, змеями. В общем, кого только поймает. Можете наблюдать один из ее полетов, как она садится в тростник. Вот она села. Вот это все как бы серия, съемка-серия. Села. Она сначала меня не заметила, пощелкала клювом. Видимо, голодная была. Бывает такая птица, они когда голодные, клювом начинают щелкать. Типа, как аппетитно, да, хочется есть. Вот она при мне поймала две рыбки. Прям резким ударом в воду. Она клювом вылавливает мелкую рыбешку. Она мелкую рыбешку, а кого это еще? Либо крупного, либо лягушку, либо жабу. Вот. Очень ловко. Прям с лету двух рыбок поймала. Я даже заметить не успела. Потом покосилась, увидела шевеление, улетела. Это свежая съемка. Несколько дней назад, рано утром, я пошла к нам на речку, прямо под Аксинина снимать. И навели сделать цапля. Ну, правда, был очень-очень густой туман, поэтому снимок не очень хорошего качества. Она меня потом заметила, улетела тоже. Птицы осторожные, не даются. Так, просто с подхода снять их. Тут задвоены фотографии. Случайно так получилось. Чибисы. Я вам про них уже говорила. И они вот так вот разбиваются на пары. Самочек, кстати, обратите внимание, этот хохолочек намного короче, чем у самца. Два раза, наверное. И они вообще все такие более грязноватые и чумазые. Вот, когда начинаешь рядом ходить в апреле-мае рядом с тем местом, где они гнездуются, они начинают тебя кричать громко и летать кругами. Иногда целая стая собирается, летает. Вот, поэтому я стараюсь обычно долго не ходить, просто то есть, прохожу насквозь, никогда не ищу ни яйца, ничего такого. Вообще, этика фотографа говорит о том, что как можно меньше лезть к гнездам, если это не какая-то супер необходимая нужда для каких-то, может быть, научных целей. Чибисы гоняют даже цапель. Всех гоняют. Никому не дают рядом находиться с гнездами. И пошли очень странные птички. Пошли птички-кулики. Бекасовые еще называют. Вот у них у всех длинные лапки. Стройное тело. Длинные вытянутые такие крылья. И длинный клюв. Они ходят по мелям, по грязи. Длинные лапы им затем нужны. И длинный клюв им за этим нужен. И собирают там всякую-всякую-всякую жимолость.
представить, кто живет в Иле, даже ума не приложу, сколько там всяких гадов живет. Перечислить их наверняка даже невозможно. Но они собирают, как правило, кого? Червячков, каких-то беспозвоночных, может быть, даже каких-то мелких рыбешек могут поймать, мальков. Наверняка они охотятся и на этих головастиков. То есть вот все-все-все, что помещается в клюв, оно окажется в желудке потом. Это кулик-травник, он отличается от других красными лапками и красным клювом. Вот такой нарядный. Близко пока снять не удается. У нас он не гнездится в районе как-то, по крайней мере, не натыкалось у нас на речке. Обычно они пролетом бывают. Вот апрель проходит, и их не видно уже. А в апреле часто можно наблюдать, они кормятся на пролете. А другой кулик – улит. Ну, его так называют, потому что у него в полете такая позывка. Он как будто кричит «улит, улит, улит». Он такой странный. Но уже другой внешний вид. Они, в принципе, кулики все похожи. Но если смотреть поближе, нюансы есть. Смотрите, желтые ноги. Странный клюв, изогнутый немного кверху. Не знаю, уж чем он там ему удобнее, чем у травника прямой. А чем-то удобнее, видимо. Вот у улиты я наблюдала как раз-таки, что он ловит рыбу. Очень ловко. Просто начинает бегать вот так вот резко. С стороны в сторону и хватает ее. Хватает малька и проглатывает его, недолго думая. Вот такой он. Вроде бы сначала одна птица, потом, опа, собрался, и уже совсем другая. Тут он зевает. Ну, когда птицы стоят на одной ноге, вот эти вот все водные птицы, говорят, что они отдыхают больше, чем на двух. И ученые выяснили это на примере фламинго. То есть, когда фламинго стоит на одной ноге, он отдыхает больше, чем на двух. Вот тут он тянется. Забавный такой снимок получился. Птицам тоже нужна зарядка. Ну, то, что же постоял на одном месте, а потом резко лететь куда-то. Это уже другой куличок. У этого короткое имя Фифи. Ну, тоже, наверное, связано с криками. Я точно не помню. Запомнить всю эту море информации достаточно сложно. Но вот он совершенно другой окрас имеет, другой клюв. Клюв короче, больше похож на шило. Ровный. Ноги короче, потемнее. И оперение такое более пестрое, спинка. Вот он сел при мне на рогозину и поплыл на ней, пытался удержать равновесие. Она под ним качается все время. Вот он пытался удержать равновесие. Потом все-таки поймал его и плыл на ней. Это вот Фифи поближе. Можно разглядеть, да? И пеструнки на крыльях. Вот в таких местах они пищу добывают. Какие-то там деревья, ольха, мох, хвощ. Главное, чтобы вода была не выше брюх. Все остальное их устраивает. Чем грязнее, тем лучше, тем больше, значит, живности живет. Потому что в песке не особо много кого найдешь. А вот в Иле, в грязи, вот такое вот болото. Ох, там разнообразие. Ну, смотрите, поймал червяка дождевого. Ну, и съел его. Вот еще один пример. Помните, вам про свиристелей говорила? И про снегирей. Птицы любят подкидывать еду, чтобы она провалилась подальше в клюв, чтобы ее проще было проглотить. Ну, тут он это и делает. Только он так делает быстро, что даже не заметишь. И тут он как бы будет подкидывать ее вверх, а момент заснят первоначальный, то есть он еще не успел голову поднять. Кажется поэтому, что он что-то не то делает. А это очень похоже и на Фифи, кулик, черныш. Ну, черныш он потому, что у него меньше пестрин. Они больше на точки похожи, больше к хвосту расположены. У него более зеленые ноги. Ну, а в остальном они очень похожи. Посмотрите на них. Очень похожи. И оперение куликов отлично дает им возможность маскироваться вот в такой вот грязи, зарослях каких-то околоводных. Это тоже бекасовые. Это птица называется бекас. У них интересный таковой полет. Его еще называют воздушным барашком или как-то так, точно не помню. Когда они пикируют, у них перья хвоста боковые вибрируют по воздуху и создают такой определенный звук, вибрирует, такой ду-ду-ду-ду-ду-ду.
И вот некоторые почему-то считают, что похож на барашка. Мне так не кажется, но другим людям виднее. Не одна я на свете есть. И вот такие полоски пестрые. И эта птичка имеет очень короткие лапки, в отличие от других там бекасовых. Лапки короткие, а клюв, наоборот, длиннющий. Когда она сидит на земле, увидеть его практически невозможно. Я, наверное, спугнула в этом году 6 бекасов в разных местах из-под ног. Но ни один раз не увидела раньше и не сняла, потому что они такие вот прям замаскированные, замаскированные. Проще их увидеть иногда где-то в каких-то местах, где грунтовка, рядом вода, и ночью ты едешь, и в свете фар иногда на дороге сидят. Вот бывает такое. Вот он кричит, это чем по-своему там что-то. И типа такой вот странный. В отличие от других, от вальшнепов. Вот. У него, если вальшнеп, у него полосы продольные, то у него поперечные. Точнее, у него продольные, продольная полоса, а у вальшнепа поперечные на голове. Это их отличительный признак. Вот, видите, какой странный силуэт. Лапок-то вообще практически не видно. Крылья очень такие тоже узкие, стройные достаточно, а клюв длиннющий. Вот эти самые перья. Вот эти вот два перышка по бокам торчат. Именно они вибрируют, когда он пикирует. Блеющий барашек, да. А другой кулик. Вот, казалось бы, как их всех отличать. Но вот, когда опыт наберешь, ну, уже начинаешь отличать потихоньку. Знаешь признаки. Запоминаешь потихоньку. Лапки короче. Немножко тут вот на грудке пятно есть. И клюв короткий, и полоса светлая через глаз, и оперение таким переливает иногда зеленоватым на спине. Перевозчик называется. Когда идешь, он с места на место перелетает. Поэтому все время кажется, как будто он перевозит кого-то. Поэтому так и называется перевозчик. Малые зуйки, мои любимые, они, в отличие от других, умеют... Во-первых, они гнездятся, ну, по крайней мере, пытаются. По крайней мере, я видела попытки сделать гнездо. Само гнездо еще пока не видела ни разу. И у них интересное поведение брачное. Обычно есть самка и самец. И есть еще какой-нибудь левый самец, который к ним пристает, они его прогоняют. Вот. Момент спаривания, сейчас на фото вы видите, наблюдаете. Интересные птички. Их отличительный признак, то, что они маленькие, практически размером воробья, и у них желтое кольцо вокруг глаза. Вот это такой серьезный самец. Манфас, они кажутся очень суровыми, когда смотришь на них спереди. Вот, но не всегда. Коричневая спина позволяет отлично маскироваться, когда видишь сверху. Очень быстро бегают, кстати. Вот это типичный признак того, что птица заметила какого-то хищника, она прижимается максимально к земле, пытается слиться с окружающей средой. Вот такое же поведение уже со спины. Видите, достаточно сложно его разглядеть. А вот представляете, если вы еще идете, а он лежит, и он такой размером с воробья, а вы просто смотрите по сторонам. Как его увидеть вообще? Когда он не бегает, очень сложно. Вот так он в воде собирает всякую живность. Вот червячка достал, но червяк больно большой для него. Он его бронит. А вот это самый раз какая-то личинка, наверное, тоже. Может, личинка комара или кого подобного. Вот один самец прогоняет другого. Вот прогнал. Вот так он нахохливается и хмурит брови, и растопыривает перья на груди. Такой сразу становится суровый, большой и кричит. Вот, видите. Самка убегает назад, этот растопырил крылья, машет на другого самца, тот другой самец убегает. Вот. И мало того, зуйки иногда еще других поляков гоняют, ну, чтобы не расслаблялись. Черныша, по-моему, погнал. Вот он выглядит поближе, очень быстро бегают. Вот так наблюдаешь, когда, мне кажется, ну, как, с какой скоростью? Примерно, если так предположить. Ну, как велосипедист им проезжает, иногда с такой скоростью бегают, очень быстро. Вот. Прям носится по миле. Ловкие птички. И еще один куличок. Вы думаете, сколько же их у нас? Ну, не так уж и много на самом деле. И в большинстве в своем видеть их можно только весной на пролете. Еще у нас нету самых интересных. У нас такие попроще куличики. Маленькие всякие. Вот. Этот куличок называется белохвостый песочник. Ну,
В принципе, он немножко похож на предыдущих всех куличков, того же перевозчика. Ну, клюв немножко загнут, как будто бы вниз, такой коротенький. И у них интересное поведение. Самка спаривается с двумя самцами. Делают гнездо, на котором первый самец сидит, а на втором гнезде сидит самка вместе с другим самцом. Как бы. Такое вот странное поведение у них. И в мире птиц очень много таких вещей, когда, например, самка откладывает яйца и улетает насовсем, а самец кладку высиживает. Всякое бывает. И гаремы у птиц бывают. У птиц очень интересное поведение, очень разнообразное. Хотела бы задать вопрос. Если вы сейчас смотрите видео, пожалуйста, попробуйте ответить мне внизу, не подглядывая, не слушая дальше, чьи же это яйца. А чуть попозже я вам скажу, чьи это яйца. Можете поставить на паузу пока. Гнездо. Смотрите, сколько. 9 яиц. Это кто же такой плодовик? Вот так оно выглядит издалека, да? Вот пучок травы. А вот так еще дальше. Прям по центру тот же самый пучок травы. Так кто же прячется на речке таким образом? Кряква. Наши обычные уточки-кряква. И желательно, если вы вдруг наткнулись на кладку, не тревожить лишний раз. Побольше травы накидать сверху, чуть-чуть пошебуршить ее и уйти, чтобы не беспокоить. Они образуют пары. Потом, когда самка откладывает все яйца, садится, а самец начинает плавать где-то неподалеку. Уже никакого отношения к кладке не имеет больше. Самка сама высиживает яйца, а выводку типа птенцы, которые сразу такие пушистые, сразу вылупились и сразу побежали за мамкой, поплыли за мамкой, и все. Она только им кричит, они за ней крючком плавают, бегают. Вот такие они самостоятельные, с самого рождения. Самец тянется. Вот так они фильтруют воду, пропуская ее через клюв. У них такие как бы там объяснить, как загребенки такие у них, как гребенки, и за них цепляется всякая, видимо, съедобная живность и водоросли. Самец взлетает. У нас, кстати, несколько лет назад сложно было снимать кряков, а сейчас они попускают очень близко. То ли привыкли, то ли парковые просто из Москвы к нам потихонечку расселяются. В общем, стали более толерантны к людям, и можно прям близко подойти и наблюдать их. Уточка свись. Не могу о ней ничего толкового сказать, потому что я особо за ней не наблюдала. Я знаю только, что они у нас есть, и на пролете их вот можно наблюдать, видеть, снимать. Чирки, которые почти в два раза меньше кряк. Вот такой чирк-трескунок красивый, с полоской через глаз, пестренький. Это его самочка. Тоже разминается. У всех птиц всегда разминка периодически происходит. Это он взлетает с спугнутый болотным лунем. Видимо, болотные луни могут на чирку попадать. В принципе, этот один орнитолог мне это подтверждал, что они могут охотиться на чирку в определенный период времени, потому что уточки маленькие. Это тоже чирк, то есть, у которого спугнул лунь. Тут можете наблюдать разницу в размерах, да? Какая кряква и какие чирки маленькие. Помимо того, что они так же, как и кряква, фильтруют воду, они периодически вот на насекомых утром находятся. А насекомые медленные, замерзшие, вот над ним летает комар, он его слопает. Другой чирок, свистунок, у которого зеленая полоса через глаз. Но сейчас не видно, потому что она под определенным углом не отливает. А здесь уже отливает фиолетовый. Самочка. Немножко они, самочки, все-таки отличаются от свистунков. Хотя с первого взгляда не скажешь. Но бывает такое, что, например, самка чирка свистунка, а за ней ухаживает самец кряквы. И среди уток гибриды не редкость. Ну, возможно, у этой пары будут гибриды. Будет много чирка-кряков. Будет достаточно интересно. И окраска у них необычная. Это свистунок. Здесь как раз-таки правильно падает свет. Сразу видно его полоску блестящую через глаз. Зеленые зеркальца на крыльях. И тут кричала сорока, когда я снимала их. На меня они внимания не обращали. Меня не видели, я в маскировке сидела. А самке что-то не понравилось, что сорока трещит, сидит. Она начала волноваться и улетела. Самец за ней сразу же. Еще одни уточки. Думаешь, сначала кряков какие-то странные, а потом понимаешь, что это не кряковые. Это утки-широконоски.
Тоже у нас они не гнездятся пролетом, они у нас, ну, в Москве разве что где-то в парках могут, а у нас нет. Вот. И название все определяет. Широкий нос. Выглядит странновато. Красивые утки. Мне кажется, такой прям танкер сидит. Такая грузная уточка. А взлетает очень легко. Прям даже без разбежки с места. Вот те самые утки Гоголя, про которые он говорил чуть ранее. Самка не имеет уже белого пятна, у нее коричневая голова, но тоже желтые глаза. И вот это те самые уточки дуплогрязненькие. Кстати, крепко тоже могут гнездиться в дуплах, но за редким исключением. Чайки. Весной на пролете часто можете наблюдать чаек на полях. Да, типичная. Типичная картина. Особенно они любят пашни, когда трактор проедет, землю перемолят, вместе с крачами, галками прилетают на свежеперемолотую землю, перевернутую, там собирают всяких червей, насекомых, жучков. Легко. Легко добывать добычу. Вот они слетаются. Это смесь чаек и скворцов. Две стаи смешались. Вот по весне часто можно наблюдать такое явление. Скворцы маленькие, чайки большие. Вот они вместе летят. Озерные чайки. Озерная или речная чайка. Они, как правило, прилетают, но не всегда. У нас уже в гнездовом наряде. У них черная голова, как в гнездовом наряде, поэтому их от других чаек легко отличать. Вот видите, какой резкий маневр в воздухе. Она что-то увидела и полетела за рыбкой. Полетела за рыбкой, плюхнулась и поймала. Вот. Наверное, окунь какой-нибудь полосатый. Вот так вот ловко они ловят. Летают, летают, зависнут где-нибудь и пикируют в воду. Пикируют в воду, погружаются в нее и вырезают с рыбкой. Но не вся охота бывает успешной, понятное дело. Иногда бывает, поймают слишком крупную рыбу, упустят. Вот она поближе, можно увидеть у нее красный клюв, красные лапки. Их, как правда, сейчас не видно, но в следующих кадрах будет видно. Голова не черная, а она как бы отливает таким темно-коричневым. Вот видите, кадр оставил специально, чтобы было видно, насколько они в разных нарядах могут быть. Нижняя чайка, у нее голова еще только покрывается черными перьями. На хвосте черная полоса на перьях. А чайка посередине, у нее уже серая голова, но хвост все еще с черной полосой. Верхняя чайка полностью. У нее и черная голова, и белый хвост. И крылья тоже становятся полностью белые, с черным окончанием. То есть так вот они меняют свой окрас. Вот она в полете. Тут она, видимо, мокрая была, встряхнулась прямо в полете. Видите, такая свершилась, и капельки полетели в разные стороны. Красиво очень. Полет чаек вообще отличная тренировка для тех, кто хочет снимать птиц. Вот, потому что на них тренироваться очень удобно. На их полетах, на их планировании, и они достаточно близко подпускают. Вот, видите, тоже перья еще не успели поменяться. Вот она взлетает на нас. Видите, красные лапы. Не знаю, зачем. Может быть, чтобы на червяка похоже было, не пугало так. Рыбу. Вот, сбоку тоже можно посмотреть. Белое кольцо вокруг глаза. Ну, вообще-то нарядно выглядит, да? А чайки без этого гнездового наряда, они такие все крапинку какие-то бело-коричневые, вообще не смотрятся. Но так как у нас их зимой не бывает, мы их в этом наряде не видим практически. Озерные чайки у нас гнездятся. Причем часто рядом с населенными пунктами. Так, пошли следующие птички. Одни из самых моих любимых, уж не знаю почему. Люблю я трясогузок за их длинный хвост. Дерзкий полет, такой быстрый. И вот их темперамент вообще, вот как они себя ведут. Очень они мне нравятся. Это желтая, желтоголовая малая трясогузка. Достаточно запомнить желтоголовая трясогузка. Самка. Ну, самки не очень желтый глаз, потому что это самка, как вы понимаете, самец-то более яркий. Вот она сидела на бревне, резко слетела, чтобы поймать комарика и съездила. Вот это самец, он уже желтоголовый, сразу видно. Они вот так вот по кочкам, по всяким мелям прыгают, прыгают, с одной на другую перелетают, собирают всяких насекомых, паучков, комариков, кто попадется вообще. Еще один самец. Видите, прям яркий, как лимон.
И при этом у них бывает такое, что у самцов бывает как бы такая седина белая на голове. И это вполне нормально. Вот, видите, у того полностью желтая голова была, у этого перед клювом и на затылке белые пятна. Самочка совсем отличается, серая спина. Такая голова с пятном на щеке. И мне нравится именно их полет, их поведение, их хвост. Вы не представляете, как красиво они выглядят, когда их ловишь именно в полете, в динамике. Когда особенно они мокрые, хвост у них закипает, брызги летят в разные стороны. Очень красиво. Это белая трясогубка наша обычная. В полете. У них есть тоже таковое поведение свое определенное. Я так понимаю, что самец привлекает внимание самки, как-то вот так вот нагибая, поднимая резко голову, нагибая, поднимая, скидывая голову, показывает свою грудь. Вот, можете заметить, что это либо другой самец, потому что у трясогузок тоже диморфизм как такового не сильно наблюдается, сложно понять сходу. Один показывает, кто хозяин, второй наблюдает. Вот, я думаю, что там все-таки самец тоже был второй. Вот. Очень, очень грациозные птицы, элегантные. Ловят они тоже всяких насекомых, помимо того, что они выискивают и в земле, на мели, они еще часто подхватывают всяких насекомых в воздухе, что очень красиво выглядит. Вот она увидела что-то насекомое перед собой, побежала за ним, прыгнула, поймала. То есть, ну, очень сложно их ловить в полете тоже, потому что они очень быстрые, очень быстрые. Тут она поймала ту личинку. Вот. И у них есть такое, что несколько трясогузок, если держатся на мели, у них есть территория. Если одна на территорию другой зайдет, у них драка начинается. Драка, погоня, вот прогоняют друг друга. Видите, какой хвост красивый. Брызги летят по все стороны. Красиво. За счет хвоста очень элегантно. Черно-белые такие. Наблюдать за ними одно удовольствие. Если вы успеваете только замораживать все это. Ну вот видите, собирают тоже всякую живность. Если потренироваться, можно поснимать и посмотреть, кого они кушают. Мотылей всяких. Пеночка. У нас три вида пеночек. Пеньковка, трещотка, весничка основные. И все они по-разному поют, но очень похожи на внешний вид. Вот эта весничка. Есть пеньковка, она менее зеленоватая. Есть весничка. Ой, это трещотка. Трещотка вообще зелененькая. Но, в принципе, между собой отличать очень сложно. Вот. Этих птичек очень сложно отличать между собой, как и камышовок, славок там всяких, сверчков. Прям похожи все друг на друга. Поэтому достаточно знать песенку, потому что трещотка трещит, у веснички красивая такая весенняя песенка, а тиньковка делает тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Многие слышали по весне. Конек. Просто не трясогузки. Хвостик покороче, пестренький. Это луговой. У лесного, хотя он выглядит, в принципе, очень похоже на лугового. Ну, у лесного короткий коготь на большом пальце. Обратите внимание, какая у этого конька сабля на большом пальце. Вот этим они отличаются. Ну, половник. Если вы смотрели ранее, февраль-январь, то вы видели там половник зимой. А это половник весной. У меня, правда, хвост не влез, но я рядом с ним стояла, так получилось, и решила его все-таки снять через веточки, чтобы посмотреть на него поближе. Маленький клювик, маленький, малюсенький. Поэтому он им собирает обычно всякую клюв. Вот чаще всего я вижу, что половники кушают клюв. Полезные птички, некрасивые. Так они собирают строительный материал, самец и самка. Видите, какие-то волокна стирают с клюща и сухого. Потом будет плести гнездо. Камышница. Ну, она не зря так называется, она в камыше живет. Ну, по сути, не в камыше, а в тростнике и рогозь, да? Скрытая птичка. У нас в Одинцовском районе, вы видите, крайне сложно, в дикой природе. Парки еще где-то можно поснимать, а вот тут мне удалось ее впервые именно снять, хотя я давно хочу, но не получалось увидеть и снять. Она неожиданно выплыла в том месте, где я снимала уток, хотя я снимала их там 4 раза, 1 раз я там только видела. Они у нас гнездятся. Ее называют еще водяной или болотной курочкой. И ну, так как она ведет очень скрытый образ жизни, мало о ней что известно. Но можно понаблюдать за тем, какая вот она интересная. Тоже собирает всяких насекомых. И у нее такие вот
лапы с большими длинными пальцами, чтобы было проще наступать на иву и не проваливаться. Площадь увеличивает таким образом. Зеленый дятел по весне, которые, кстати, очень хорошо идут на голос его вида. И тут я засняла его на муравейнике. Не удалось снять ближе. Это интимный момент, потому что дятел скрыт недостаточно этого вида и не дают так близко дойти. Но тут вот получилось увидеть хотя бы, что он там сидел на муравейнике. А это мои любимицы. Одни из родственники чаек, но называются они крачки, речные крачки. Похожие на озерных чаек, но видите, у них не полностью голова черная, а только как бы чуть ниже глаза, да, и на затылок переходят волоса. Короткие красные лапки. Яркий тоже красный клюв, очень-очень длинные, красивые, стройные, узкие крылья и вилочкообразный хвост с двумя концами. Они очень грациозные, очень красивые, у них интересное поведение, они ухаживают друг за другом. У них самец ловит рыбку, самки преподносят. Это не разовое явление, это явление продолжается в течение какого-то периода времени весной. Когда самец ухаживает за самкой, доказывая ей, что он ее достоин, чтобы потом как бы выкармливать потомство. Вот он ей показывает, приносит ей презент, ведь рыбок показал, развернулся, поважничал, улетела, она тоже улетела. Видите, хвост вилочки хорошо видно. И тут тоже хорошо видно. Улетел, подразнил ее, она села на бревно обратно, он обратно прилетел и подарил, вручил ей эту рыбку, которую она сразу слопала. Также они будут кормить потом птенцов, когда те подрастут и будут уже покрупнее. Тоже их можно будет увидеть. Птенцы, естественно, не такие яркие. У них перо такое более блеклое, голова не черная, такая кисленькая немножко, грязненькая. И вот они тоже сидят уже ближе к середине лета, сидят на всяких приобнах, пеньках, камнях в речке. И взрослые птицы приносят им рыбку. Рыбку и кого еще удастся поймать. Ловят так же, как озерные чайки, копируют воду. Видите, немножко в другое время самец ей несет, идет к бревну. Она такая важная из себя сидит. Вот, он ей вручает рыбку. Ну, красивое, красивое поведение, красивые птицы. Одно удовольствие за ними наблюдать. Так. Ну, и думаю, последнее на сегодня. Последнее я вам расскажу о своих самых любимых встречах, которые со мной произошли за какое-то время. Это уже не по месяцам. Уже не по месяцам. Будет просто последний вот год встречи. В прошлом году у нас появились ушастые совы. К сожалению, я их встретила уже, когда птенцы были взрослые, птенцов было 5. Это один из них. И первая встреча была в сумерках, неожиданно, спонтанно, хорошо был с собой аппарат, прямо в селе. Я как бы сделала этот снимок в сумерках, такого плохого качества. Это был уже следующий день. Я пошла на разведку, потому что птенцы держатся на определенной территории, когда они маленькие. Дело было в сентябре месяце. Здесь хорошо видно, почему называют ушастой совой. Потому что у них есть определенные перья, которые они поднимают, похожие на ушки. Уши, понятно, у них дело по бокам головы, они никакого отношения к этим перьям не имеют. Ну, называют ушастой совой. Вот это снимки в сумерках. И вот я пыталась их по конец октября снимать. Правда, ничего такого интересного не сняла, ни полет, ни кормление птенцов, потому что птицы ночные, ночной образ жизни придерживаются, за ними сложно так вот проследить. Тем более в темноте их снимать, это надо там с фонарем как-то прочее. Но вот днем я их немножко снимала. Какие-то суровые кажутся. Многие путают ушастую сову с филином. Но она намного мельче, намного. Это маленькая сова, немногим больше еще за счет того, просто, что она ровно сидит, да, больше серой вороны. Хотя на самом деле это примерно серую ворону размером. Филин-то намного больше, и у него другой рисунок. Ну, в общем, если знать, разбираться,
хотя бы видеть пару раз шарфсовую филину, будет видна разница между ними. Да, такие вот любопытные птички смотрят так на тебя. То смотрят, то спят днем. Предпочитают они днем больше отдыхать. Это миф, что птица днем совы не видит. Не видит так же хорошо, как и ночью. Только предпочитают отдыхать. Они ночью просто охотятся, а днем отдыхают. Здесь может показаться, что она зевает, да? На самом деле не зевает. А у сов есть такая характерная вещь, как погадки. А когда они съедают грызунов, мышевидных, да, то кости и шерсть у них не перевариваются, как у змей прям. У змей это выходит через задние отверстия, а совы предпочитают это все отрыгивать, что у них не переваривается. И этот комочек типа шерсти, в котором встречают откопление костей, называется погадка. Вот эту самую погадку периодически они в течение дня несколько раз отрыгивают. Это в свете фонаря, рядом с фонарем, прямо у нас рядом с почтой вывели совы в прошлом году. В этом году, что я их не наблюдаю. На липе они сидели, можно было их поснимать. Тут она разминается, ничего такого. Кажется, что она прям бросится на тебя сейчас. На самом деле просто разминает крылья вот перед тем, перед ночной охотой. Тут она чешется. Очень, если вовремя поймать, кажется очень эмоциональным. Дятел вертишейка. Снимок сделан в Рязанской области, но у нас они также гнездятся. Абсолютно. Можно увидеть. Везде всегда. Вот, и снова они прилетают. Такие вот странные дятлы размером, ну, примерно со скворца. Чуть поменьше, может быть. Даже пестрые. У них такой рисунок от дерева. И они гнездятся в дуплах, называют вертишейка, потому что они, если ему угрожает опасность, начинают крутить головой, как змея. Прям вытягивают шею. Длинная шея становится раза в 3-4 больше, чем здесь. И они прям ей крутят, хохлят хохолок в голову и крутят очень страшно. Там, с стороны в сторону, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вправо, так резко. И еще при этом шипеть могут. Это защитное поведение. Вот. Питаются муравьями. Так же, как зеленые и седые дятлы. Но если те могут постукивать по деревьям, эти не стучат вообще. Видите, их хвост просто не приспособлен для того, чтобы опираться на какую-либо поверхность. А, тоже снято в Рязанской области, но тоже у нас гнездятся, и эти тропические на вид птицы называются иволги. Многие слышали это название. И мало того, что у них красивая внешность, у них еще красивое пение, как будто флейта играет, прям такое перелистая, лиу-лиу, что-то такое напоминает примерно. При этом сочетается с криком опасности или тревоги, который похож на крик кошки такой. Как будто кого-то за хвост дернули. Вот такая интересная птица. И гнездится строго на развилке веток. Вот, гнездовое поведение, кстати, точнее, брачное поведение, преподносит самец, самки, такие вот тоже презенты, показывая, доказывая, что он достоин ее. И некоторые самцы иногда между собой как бы конкурируют и борются за внимание самки. Вот на предыдущем снимке вот здесь два самца. Красивая птица спору нет. Вот на развилке деревьев на тонких цепях делают гнездо, такое вот плетеное, красивое. Бывает там на березе чаще всего или на осине. Вот. К сожалению, пока только один раз удалось наблюдать, и только снизу. Конечно, надо с уровня глаз птицы, но это надо куда-то забираться наверх снимать. Вот. Это самочка, заметьте. Вообще не такая яркая, как самец, не такая грязноватая. Мало того, что она здесь неухоженная, ей некогда, так она еще и не такая яркая по сама по себе. Ярко-красные клювы, говорящие о том, что мама, покорми меня чаще. Вот один из птенчиков выбрался. Видите, специфический пушок на, как бы, над бровями. Ой. И уже видно желтая окраска. Стрижи. Очень интересные птицы, которые большую часть времени проводят в воздухе. О них можно очень много рассказать. Но как-нибудь, может быть, в другой раз я о них очень подробно расскажу. А сейчас пока просто покажу две фотографии, где вот стриж охотится на мошку, да, какую-то там. И как я посмотрела у одного иностранного фотографа, который делает видео, так они делают, когда они выплевывают мошку, которая то ли не нравится, то ли несъедобна, то ли фиг его знает. В общем, они ее выплевывают. Вот, то есть ему не понравилось, он развернулся почему-то именно так и выкидывает ее изо рта, выпадает.
Здесь ее, правда, не видно. Видимо, этот процесс уже либо произошел, либо только произойдет. Серый сорокопут, птица, которая гнездится в Рязанском районе, а у нас она бывает зимой. И пока фактов гнездования в Московской области я не встречала. Вот. Но зимой он у нас бывает, и вот так вот он ловит полевок, маленький хищник, надевает на веточки, если есть колючки, накалывает на колючки, и потом потихонечку подъедает. Такой маленький хищник, серый сорокопут. Есть у нас еще обычный серый сорокопут, но его в этот раз вам показывать не буду, потому что у нас я его практически не снимала, хотя он у нас питает. Куропатки наши, серые, обыкновенные куропатки. Вот так выглядит молодняк, пестрый, еще не в обзорском перье, поэтому пытается надеяться на свою маскировку. Я подошла на метров 4, наверное, к молодым птицам, и они меня подпустили, потому что надеялись на свою маскировку. Молодые, неопытные. Вот. Это взрослая птица осенью. Можете заметить, у нее оранжевое пятно на шее, на голове. Пестрая курочка. А это похоже птица на куропатку, да? Думаете? Но на самом деле это карастель. Карастель, ну, он как бы ближе туда к камышнице и к другим пастушковым. Странная птичка, которая бегает в траве, ты ее не увидишь, размером примерно, ну, наверное, с галку. И вы ее скорее услышите. Летом можно услышать такой звук, крекс-крекс, его еще по-латински называют, как будто кто-то по расческе линейкой говорит. Трн-трн-трн-трн, только нету. Более громко, более высоко звучит, типа крекс-крекс. И многие услышали, но мало видели. Некоторые считают, что это какая-то жаба кричит, на самом деле это вот эта птица. Вот мои любимые трясогузки, просто решила показать еще пару кадров, как бы в движении. Вот здесь она явно подприела за тем, чтобы поймать какую-то мошку. И уже ее съела. Если их успевать замораживать, их движения, все полеты, это нечто, конечно. Очень-очень красивые птицы. Я от них просто в восторге. Посмотрите, хвост загибается, их шлейф брызг. Они еще так здорово купаются. Вообще многие птицы купаются, когда жарко. Кукушка. Много вам о ней рассказывать не буду. Примерно, в общем, знаете. Вот так она выглядит. Такая пестрая. На ястреба похожа. На перепелятника. Чтобы спугивать других мелких певчих птиц, которым она подкидывает яйца из гнезд. И это так выглядит самец. Самки либо примерно такие же, либо коричневатые. Две морфы у них есть. Очень редкий снимок, правда, плохого качества, сделан в Рязанской области. Драки двух самцов-кукушек делят территорию. Ну, конечно, как снимок себя мало что представляет, но как явление, увиденное мной, крайне-крайне-крайне редкое. Чигул. Птичка, которую все знают, но не все ее наблюдали у нас. Он у нас круглый год живет, и зимой, и летом. Вот. Любит, предпочитает таких вот растениях с семенами тусоваться, особенно когда их несколько выведется. В плане выведется потомство, нет, по несколько штук они сидят. Зяблик. Ну, так иногда выглядит приманивание птиц на голос. Но сразу говорю, люди, которые не понимают, не знают и как-то просто хотят попробовать приманить птицу, пожалуйста, прежде чем это сделать, ознакомьтесь с этим в интернете, как это делать правильно. И желательно включать запись не больше, чем на 10 минут, и не в сезон спаривания гнездования, потому что эта птица очень сильно отвлекает и тревожит. И использовать этот прием можно только в крайнем случае. Зато его можно использовать проще зимой, осенью, когда птицы уже как бы свободны, и тогда вы их не будете так сильно волновать. Но опять же, лучше не больше 10 минут. И не на всех птиц это работает, не на всех. Не все привлекаются на голос. Но зяблика можно снять. Чечетка. Птичка бум прошлого года, потому что каждый, у кого была кормушка, они обязательно прилетали. Практически все фотографы, и не фотографы, клавались кормушка, сфоткали массово этих птиц близко, далеко, кучкой по одному, самки, самцов.
все их снимали, прям бум-бум-бум, чучо так было. Видите, у них определенное пятно такое на голове, которое отличает их от других птиц. И у самцов есть еще вот эта вот грудка. У самочек пятнышко тоже есть, но оно такое бледненькое. Вот, редкое явление, но оно не редкое. Но редко его можно наблюдать, потому что подойти к стае скворцов на поле, которые купаются в луже, крайне сложно. Но на машине иногда можно подъехать. Вот, достаточно интересно это выглядит. Брызги во все стороны летят. Крик стоит. И забавно просто это выглядит, когда штук 40. Тут уже они уже разлетелись, осталась малая часть. Просто первую часть у меня аппарат не понимал, что происходит. Он не мог сфокусироваться за всех этих брызг. 40 штук при тебе купаются одновременно. Птичка, крапивник, птичка с хвостом пистолетом, пол с пистолетом, да, помните выражение? Вот это про нее. Скрытная птичка, подкоренник называется еще. Латинское название вообще говорит лучше всего троглодитус. Его можно увидеть где-нибудь вот в каких-нибудь зарослях под корялями, под корнями. Они красиво, тихо поют. И обитают у нас, в принципе, везде, особенно где вот повлажнее. Повлажнее, какие-нибудь болотца, речка рядом, озеро есть, кто не любит это все. Называют крапивник. Белая цапля. Редкая встреча прошлого года. Первый раз у нас на речке видела белую цаплю, которая, видимо, просто молодая, она просто пролетом осенью возвращалась, и одна вот одинешенька просто решила притулиться, покушать. И я ее поснимала, она даже до пустила. Даже есть кадр с рыбкой, но он такой через траву снят, я не стала его присоединять, какой-то понятно, что он рыб ловит. Если уж показывать, то красивые кадры. Очень-очень впечатляющая, изящная птица. У нее тут желтая восковица вокруг глаза, и этот ее весь белый наряд, ну, с тем, что она такая большая вся, себя этот оранжевый большой клюв впечатляет. Ну, вот так вот просто взять, подойти к ней на 5 метров, она у нас на речке, среди бела дня, в сентябре месяце. Это, конечно, это вот одна из самых запоминающихся встреч. Да. Красивая птица. Настоящий динозавр с длинной шеей. И тут, если вы посмотрите в центр кадра, вы увидите птичку с оранжевой грудкой, с длинным клювом. К сожалению, я не сняла крупную зимородку пока, и на конференции я про него говорила, но не показала, а выглядит он вот так. В полете я сделала его кадр вот один. Они в прошлом году у нас гнездились где-то. Очень редко, что в Одинцовском районе гнездились зимородки, очень редко можно найти. Но само гнездо покрупнее снять не удалось, поэтому я заимствовала лучшую, на мой взгляд, ну, из тех, что попались фотографии из интернета, и приложила их, чтобы можно было посмотреть на всю красоту птицы. Рассказывать о нем много не буду. Когда-нибудь, когда его поснимаю, я вам о нем подробно расскажу. Хочу только сказать, что он охотится на рыбу, ловлей рыбы промышляет, питается мальками. Так он выглядит. Зимородок. На этом я, пожалуй, закончу. Если у вас есть какие-то вопросы, и это будет в записи видео на YouTube, то вы можете вопрос задать прямо под видео, и я обязательно вам отвечу.